Всем привет! Давайте рассмотрим, как увеличить модель с помощью ZBrush и NetFab для отправки или просто, чтобы у модели был определенный размер. Вот такая у нас модель будет на печати. Вот такой у нее размер. Если можно здесь увеличить, задать параметры или нажать масштаб на максимум. Ну, допустим, мы хотим, чтобы модель имела определенные размеры. Давайте зайдем в ZBrush. Вот модель у нас поделена. Вот у нее есть части. И есть вот такая вот заготовочка у нас. Вот сбоку. Вот это вот типа палки. Она нужна для контроля размера. Вот мы оставляем одну модель верхнюю, на нее переключаемся и с помощью move, вот сюда вот ставим все. Она уже имеет привязку вот к этой вот палке нашей. И теперь мы вот эти вот все поудаляем. Так, сначала давайте сохраним наш проект. Жмем файл, жмем Save As. Сохраняем проект. И теперь давайте ненужные детали нам удалим. Вот, а эту модель, вот эту вот созданную, экспортируем в Opsh. Вот Opsh, и сохраняем ее на рабочий стол. Теперь давайте зайдем в NetFab. Вот наш NetFab. Давайте экспортируем сюда модель. Вот наша модель загрузилась в NetFab. Вот так она выглядит. Вот вы видите, что у нас тут с моделькой чуть-чуть проблемы. Давайте сейчас разъединим вот эту вот штукенцию. Так. Как мы будем это делать? Вот у нас есть отсечение. И давайте вот посмотрим. Вот эту вот поведем. Вот мы ее нашли. Вот установили. Вот будет она. Нам надо вот эту вот теперь штуку обрезать. Ну, прежде чем обрезать, вот это у нас самая высшая точка. Вот это вот. Это значит у нас вот она есть. Давайте теперь ее изменим. Как мы будем это делать? Зайдем в масштабирование. Найдем вот эту нашу заданный размер. Так, и поставим. Тун-тун-тун. 1.43 вот у нас стоит. Давайте мы поставим размер модели, допустим, 5.43. Применить. Вот такая модель у нас увеличилась. Вот они изменилась высота. И вот теперь давайте мы ее обрежем. Вот так вот.
Жмем отсечь. Вот она, отсекатель наш. И обрезать жмем. Так. Обрезать. Так, заходим теперь в элементы. Так. И вот они наши две модели. Это вот у нас, значит, наша мерная палка. И вот это. Вот эту мы удаляем. Все, вот осталась наша модель. И мы ее сохраняем теперь. Сохраняем, можем как CTL, можем как OBS. Давайте сохраним теперь в OBS на рабочий стол. Оптимизируем. И нажмем экспортировать. Все, модель сохранилась, у нее изменились размеры. Теперь давайте посмотрим. Вот она еще сохраняет. Сейчас мы с вами посмотрим, насколько изменился ее размер. Зайдем в программу ZBrush, удалим нашу модель. И давайте вот к этой модели сделаем дубликат. Вот так вот. И теперь импортируем нашу модель, которую мы сделали в NetFab. Так. И вот вы видите, насколько увеличилась наша модель по отношению к тому, какая она была. И вот теперь мы можем вот эту модель отправить на принтер и даже на маленьком принтере распечатать большую стыковую модель. Вот вы видите, как она выглядит хорошо. Вот так вот. Давайте теперь на принтер ее отправим, посмотрим, что будет там. Так, вот эту модель мы удалим и загрузим нашу обрезанную модель. Вот такая моделька у нас получилась. Все, всем пока. Если кому помог, ставьте класс или дизлайк. До свидания.